Лидер правого сектора и народный депутат Украины Дмитрий Ярош рассказал, как относится к угрозам со стороны Рамзана Кадырова, и признался, что считает его халуем. Об этом Ярош сказал в интервью обозревателю. «Мне периодически докладывают, что кадыровцы тут постоянно бегают, меня ищут. То в плен хотят взять, то убить, то еще что-то. У нас, наверное, своеобразные с Кадыровым отношения, заочные. Лично мы не знакомы, а заочно – да. Он ведет себя как халуй. Такое мое впечатление. Недостойным мужчины образом. Даже в отношении Путина. Эти постоянные его твиты, клятвенные заверения, верноподданничестве и всякое такое. Что о нем говорить? В первую чеченскую он головы россиянам резал, а сейчас он служит верой и правдой», – говорит Ярош. По мнению лидера правого сектора, такое непостоянство во взглядах приведет к печальным для самого Кадырова последствиям. Закончит очень плохо, как и все люди его пошиба заканчивают, даже если будет еще империя существовать. Путин завалится, и какой-нибудь Иванов, Иван Иванович, станет на его место. Он же его первого, как барана, на зарез и отправит. Тут все просто, ничего хорошего ему не светит, резюмирует Ярош.